Привет. Скажи, пожалуйста, почему тебе сегодня было важно находиться здесь? Пока идет война, кажется, что любое какое-то действие, которое ты можешь сделать против этой войны, оно имеет смысл, да? Будь то выход на митинг даже в другом городе, не в России или не в Украине, мне кажется, это тоже имеет смысл, вот. Поэтому это было важно. Люди в основном сегодня говорили, что мало людей вышло на сегодняшнюю акцию. Как думаешь, с чем это связано? Ну, тут много причин и факторов может быть. Да, первый, конечно, очевидно, что люди привыкают, очевидно, что они переключаются. И просто, допустим, человек вышел 1, 2, 3, 4 раза, а потом переключился обратно на свою обычную жизнь. И, не знаю, и я тоже не был на всех митингах, да, вышел, на которые могу только. Связано с тем, что, да, действительно, люди привыкают, к сожалению. В Сербии, страну, которую ты вот выбрал для переезда, сложно выражать свое мнение или выходить, например, тоже митинговать? Ну, вот учитывая митинги, которые проводят здесь вот эти организаторы, кажется, что нет. То есть здесь митингуют, как и там, где-то ходят, митингуют за Россию, где-то ходят, митингуют против войны, и, мне кажется, никаких проблем не встречает. Это, мне кажется, нет, это не сложно. А какое у тебя у самого отношение, что сербы, они, как кажется, по большинству поддерживают Россию? Здесь буквы «З» говорят, где-то даже есть очень много расклеенных. Да, я видел людей в футболках «З», как, то есть не знаю, сербы это или русские. Ну, как сказать, какое отношение? Отношение... Ну нет у тебя такого, что ты особо никуда и не переезжал? Нет, такого точно нет, как бы, потому что здесь это диалог, по крайней мере, да, вот есть люди, которые, как бы, по моим ощущениям, люди не поддерживают войну, люди просто против НАТО, то есть им кажется, что это идет война с НАТО, то есть это не те люди, которые посмотрели Бучу и говорят, да, так и надо, нет, это люди, которые считают, что они таким образом выражают свою позицию против НАТО, вот, и... Касаемо вопроса, только как будто никуда не переезжал, здесь есть диалог, да, люди выражают свою позицию, допустим, за Россию, люди выражают свою позицию против войны, и как бы нет такого, чтобы одни митинги запрещали, другие нет, поэтому это уже большая разница, что как бы и те, и другие стороны могут высказаться. Люди, которые нас посмотрят, возможно, из России тоже, что бы хотел передать, возможно, пожелание, совет? Я, честно, я не уверен, что я бы выходил на все митинги в России. Делать это в России гораздо страшнее, и это очень важно. Но, то есть, я не буду никого призывать выходить на митинги в России. Скорее, я считаю, ну, я могу передать то, что делайте какие-то маленькие действия, которые вы считаете важным, помогайте, донатьте средства, делитесь информацией, не в ущерб себе, не рискуйте попадать под статью, делитесь проверенной информацией. Вот что я могу сказать. Советуешь дальше находиться в России? Тут каждый сам выбирает. Вот. Если вы хотите, там, планируете переезжать в Сербию, вот, здесь нормально. Если вы не можете переезжать, живете в России, живите в России. То есть каждый решает сам. Спасибо большое.